день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня я занимаюсь уборкой участка, потому что этим тоже надо заниматься, приводить уже все в порядок. Листья сгребаю, двери все убрала в баню. Сейчас еще окна уберу. В общем, потихонечку занимаюсь уборкой и привожу уже дачу к зимнему периоду. Все, конечно, листья не убирать, слишком много. Ну так хотя бы немножко унесу на грядки. Перегной все-таки хороший. Вот, поэтому сейчас потихонечку хочу клумбу немножко раз поубирать, пообрезать все цветы, да, то, что однолетние убрать. Ну, в общем, занимаюсь уборкой. Перетащила сюда все внутрь двери сегодня, чтобы они у меня не мокли и не гнили. Они деревянные, хорошие двери. Во-первых, часть пойдет у меня, три двери пойдет в баню, и часть пойдет в хозблок. Поэтому двери эти все нужны будут. При ремонте сняли. Вот сюда я привезла. Теперь они нам пригодятся очень даже, чтобы не покупать и не делать. Уже готовые все. Они есть. Что еще сделала? Вчера приезжала, доделала каркас с этой стороны, полностью сделала. Вот. И с той стороны сделала. То есть у меня полностью маяки, обрешетка вся уже готова. То есть осталось только зашить. Ну, зашивать надо вдвоем, потому что мне, наверное, одной, не знаю, попробовать, конечно, можно. Вот видите, все у меня. Все стойки выставлены, маяки все выставлены. Теперь можно зашивать ОСБ. Мне сегодня должны еще лес привезти. У меня в прошлый раз привезли очень плохую доску. Я съездила на пилораму, поругалась там. И мне пообещали такой же объем привезти бесплатно. Сегодня должны привезти. Плюс бруски заказала дополнительно. У меня же сюда внутрь пойдут две стены. Вот. И мне надо из чего-то делать. И я заказала брус 5×5. Он как раз замечательно сюда и поставится. Буду делать стойки, стены из этих брусков. Дождь у нас идет постоянно. Достал, если честно. Ничего не сделать с ним. Грибу, убираю листья. Заодно хочу... Видите, вот эти у меня деревья остались непобеленные. Сейчас поудаляю лишние ветки, которые тут мне не нужны, которые мне мешаются. И вот дождь, не знаю, как белить в дождь-то. И надо бы еще мочевиной пройти все деревья возле деревьев, чтобы всю патогенную микрофлору убить. Да и перерабатываются листья быстрее. Часть у меня уйдет на грядки, а часть все равно, вон сколько еще тут много листьев упадет. Поэтому надо до конца сад довести до ума. Ну вот, если дождя сейчас не будет, постараюсь часть хотя бы обработать деревьев.
Вот эта у меня сторона вся осталась необработанной. Сейчас буду этим заниматься дополнительно, параллельно. Ветки пилю вот такой пилой. Очень удобная. Не знаю, я в свое время купила именно для веток пилить. Больше ничего я с ней не делаю, но она такая острая, хорошая. Все низкие ветки, которые мне мешают, мне и косить тут неудобно, и все, я убираю. Паршой все деревья болеют, хоть я обрабатываю каждый год, но все равно болеют. Туда надо наверх залезать, лишние ветки еще обрезать. Уже потом со стремянки, стремянку привнесу, лестницу и пообрежу. Потому что много веток еще лишних, очень. На все времени не хватает. Так что будете, если брать участок большой, подумайте очень хорошо. Видите, тут сад огромный получил. Ну, то есть я взяла участок уже с этим садом. Был бы поменьше, было бы полегче. Сад огромный, его, конечно, обрабатывать надо, чтобы нормальные плоды получать. Ничего, потихонечку все делается. Та сторона у меня сделана. Вот эту теперь сторону доделать. Вот. Пока время есть, пока погода дает, ну, тепло в смысле стоит, можно делать. Пойду отнесу ветки. Вы там переживали за костер. Он у меня даже не загорелся. Он там немножко погорел и все. Все кругом мокрое, сырое. Он как была куча эта, так и осталась. Фацелия так хорошо поднялась. Практически везде, где посадили, успели. Но везде поднялась. Вот смотрите, вот так было. Вот так становится. Конечно, все листья не уберешь. Слишком много. Но все равно уже чище. Веточки, когда лишние убираются, просветы появляются лучше, конечно. Сад выглядит. Но работы требует колоссальной. Вот у меня, смотрите, тоже тут вот фацелия посажена. Тоже посадила сюда. Немножко сдобрить. Тут у меня навоз. Женя покидала. Плюс бархатцы нарезала сюда. Вот фацелия. А вот тут вот у меня смешанная смесь, которую я вам говорила, там и овес, и горчица, и что-то еще. В общем, все вот эти грядки тоже у меня взошли. Вот видите. А, листву вот на грядке вот эти ношу, засыплю все. Пусть перегнивают. Тоже хорошее удобрение. Потихонечку, короче, занимаюсь. Такая тишина. Благодать.
прям прелесть. Тихо, спокойно. Вот эта куча, которая так и не сгорела. Наверное, не буду тут я ее сжечь. Унесу туда. Потом по возможности приеду, когда уже снежок выпадет. Я их хорошо подожгу, чтобы все сгорело сразу. Потому что уже много. Сейчас еще тут ветки пообрезаю. На лишние на этих деревьях. И, конечно, там будет куча невероятная. Вот эти окна я еще хочу убрать сейчас в баню. Чтобы у меня они не мокли под дождем. На зиму не оставались. Все, окна убрала, кирпичи сложила. Сейчас пойду обедать. И потом буду складывать доски, которые мне привезли. И брусь. Вот сейчас немножко поубирала сад. Вот. Поубирала территорию. Сейчас пообедаю быстренько и буду дальше заниматься. Времени уже... Так, сколько у нас времени-то уже? Уже 3 часа. Остается совсем немного, пару часов. За 2 часа надо мне все сложить.
Все, слава богу, убрала. Вот тут еще сложу остатки. Вот видите, вот тут. Пусть брус немножко подсохнет. Очень мокрый. Прямо очень тяжелый. Осталось вот немножко. Через переклады все делаю, чтобы подсыхал. Окна стоят, двери. Все это убрано. Теперь вот, не обрезную доску сложила. Тоже через переклады. Сюда 6-метровую, 125 положила. Сейчас пленкой все закрою. И пусть стоит. Уже, ну, эти-то, наверное, понадобятся мне. А эти-то пусть стоят до следующего года. Они мне пригодятся для хозблока. Эти уже доски. Объем работы был сделан сегодня, конечно, колоссальный. Стало. Сейчас доделаю, соберусь, поеду домой. Времени уже почти 5 часов. Ну что, а на сегодня все. Поработала я славно, потрудилась. Пора и честь знать. Поеду домой к детям. Завтра, если погода хорошая будет, приеду дальше делать дела. Сад требует моего внимания. Сад, огород. В общем, есть чем заняться. Да и обшивать начать надо, пока дожди не затяжные не начались или снег не выпал. Поэтому поеду. Ну а сегодня всем пока. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо за ваши комментарии. Не всегда успеваю отвечать вам, извините. Вот. Но в любом случае я все их читаю. До свидания.